Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Данный материал я взял с канала «Наша свобода». Название ролика лучше зачитаю. Жесткий ультиматум Путину. КПРФ заявила протест. Но в принципе нового в указанном заявлении Валерия Рашкина нет. Тот же Николай Бондаренко уже заявлял, что КПРФ готова к серьезным массовым протестам, если власти пойдут на фальсификацию выборов. Конкретно Валерий Рашкин заявил, что МГК КПРФ предупреждает, что если «Единая Россия» наберет более 50% голосов, а он такое считает невозможным, поскольку эта партия полностью утратила популярность, они пригласят всех, кто голосовал не за «Единую Россию», выходить на уличные протесты. Более того, он подчеркнул, что протест в этом случае будет бессрочным. Они призовут людей оставаться на улицах до тех пор, пока фальсифицированные результаты выборов не будут отменены. Вот как он об этом сказал. Если нарисуете, не дай бог, нарисуете более 50% Единой России, ее нет основания, просто нет. Мы призовем всех, кто не голосовал за Единую Россию, выйти на улицу и не уходить с улицы, не уходить с улицы. Пока не добьемся правды, не добьемся результатов нашего голосования. Он также подчеркнул, что у КПРФ есть все возможности проконтролировать объективную картину выборов по всей стране, поскольку у них много наблюдателей, а также членов избирательных комиссий с правом совещательного и решающего голоса. И они будут полностью владеть ситуацией, начиная еще с Сахалина и Дальнего Востока, ну а и далее, как говорится, как будут выборы идти, и по всей стране в целом. Также он сказал, что КПРФ просто не остается ничего другого, чтобы остановить готовящиеся фальсификации, кроме как уличные протесты. Это единственное, что, по мнению Рашкина, теперь может сработать. Кроме того, он сказал, что они готовят массовые судебные иски против фальсификаторов и требуют от правоохранительных органов поступать с фальсификаторами по закону, какие бы высокие посты фальсификаторы не занимали. Что здесь можно сказать? Думаю, уже никто не сомневается, что данные выборы Единой России не выиграть, честно. Эта партия уже не просто потеряла популярность, а она стала откровенно презираемой партией. И, конечно, подход коммунистов, а точнее МГК КПРФ, сложно не поддержать. Ясно одно, победу Единой России на данных выборах просто не поверит ни один вменяемый человек. И, конечно, то, что номенклатура, что называется в наглую, собралась украсть у народа победу на этих выборах, не может не возмущать и не может не настораживать. Путин и компания сделали все, чтобы запугать оппозиционеров и народ перед данными выборами, которые, в принципе, уже, конечно, и не выборы, а тщательно подготавливаемый спектакль. Да только уже ясно, что данный спектакль для номенклатуры способен закончиться очень плохо. Я уже не раз говорил, в обстановке все растущей социальной активности подавлять эту активность силой – это даже не тушить пожар бензином, а тушить его напалмом. И уже невооруженным глазом видно, что ни народ, ни представители оппозиции запугать не удалось. Напротив, что Рашкин, что Платошкин, что Бондаренко, что другие оппозиционеры действуют все более решительно. И уже ясно, что бессрочный протест против липовой победы Единой России на выборах вполне и очень даже вполне может состояться. Конечно, несколько огорчает, что данное заявление сделал Валерий Рашкин, а не Геннадий Зюганов. Но уже очень может статься, что это не имеет значения. На мой взгляд, уже очевидно, что рядовые коммунисты сегодня будут слушать радикалов, а не консерваторов. Равно как и ясно, что радикализация протеста может быстро стать свершившейся реальностью. Что ж, думаю, так или иначе мы скоро все увидим. Но уже очевидно, что сохранить ситуацию под контролем для номенклатуры будет крайне сложно. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.